Те, у кого электрические котлы подобного типа, самые дешевые и самые простые, хотя они есть такие же более навороченные с безопасностью, там давление смотрит, насос встроенный здесь и прочее, но все равно у них вот эти вот кнопочки здесь расположены, обычный термостат капсульный. Для тех, те вот знают, что вот эти термостаты частенько умирают, они просто залипают и все. У меня один раз залип, что привело вот к этим вещам. Все, он почернело, ладно, ничего не сгорело здесь. Просто все расплавилось внутри. Куча проводки здесь, эти всякие кнопочки и прочее, проводка, все это здесь не должно быть. Бывает, конечно, утепление, там миллиметра 3 делают, но это все ерунда. Было принято решение сделать нормальную автоматику, надежную, и вынести ее за корпус. Как видно, здесь ничего нету. Он просто тут балластом остался, этот термостат. Так, управляет температурой котла вот такой термостат обычный, 1207, по-моему. А это сам термостат. Это блок питания на 220. Стандартный блок питания. Дешевый, они очень классные. У меня их штук 10 еще в запасе есть. А, датчик. Что касается датчика. Он установлен вот сюда вот. Вот провод. Он зажат вот здесь. Сверху. Нет, не сверху, вон там. Вот он блестит. Ну и выведен сюда. Соответственно, он меряет температуру. Здесь устанавливается гистерезис. В данном случае у меня 50 градусов, 55 установка. И греется он на 15 градусов наверх. То есть до 70 он нагревается и отключается. Потом, когда меньше 55, он включается. Ну вот, как видно, здесь вот один тен был только включен. Он поддерживает максимально возможную температуру, почти, чуть меньше 50. Это позволяет уйти от вот этих вот древних термостатов. И очень надежно. Вот эта система работает уже год, вынесена за пределы корпуса и не доставляет никаких проблем. Нормально работает, включает и выключает. Здесь реле слабенькое, и, естественно, все это нужно через силовые реле выводить. Как это все работает? Здесь датчик идет сюда, температуру смотрит, и реле замыкает и размыкает питание катушки модульного контактора. Вот этот вот, который слева. Он на 40 ампер. Двухконтактный. И, соответственно, вот эти вот проводочки разрываются, и он отключается. То есть, когда включается реле на том термостате, сюда идет напряжение на катушку, и он коммутирует основную нагрузку и вот эти вот три тена автоматы. Здесь я регулирую. Вот сейчас я включил второй тен, когда холодно, включаю третий тен. То есть, если я выключу оба, у меня вот здесь вот просто он будет включенный в холостую, но питание не пойдет. То есть вместо вот этих кнопочек, которые были вот здесь, делаем обычные надежные автоматы, и все это за пределами. И отсюда уже идут три провода питания самих тенов. И что касается автоматики именно котла, здесь все. Но для тех, кто готов пойти дальше и автоматизировать систему отопления целиком, чтобы не тратить лишние деньги на перегрев дома, условно говоря, там на 1-2 градуса экономить деньги, это уже другая тема другого видео.